привет, я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду жить 24 часа в желтом цвете в Avatar World. Перед началом обязательно подпишись на мой канал и поставь лайк. Ну а мы начинаем. Чтобы начать этот полностью желтый день, нам нужно создать полностью желтого персонажа. Давайте этим и займемся. Вот смотрите, у нас уже полностью красный персонаж готов. Если вы вдруг не видели, как я 24 часа жила в красном цвете, обязательно переходи по ссылочке и смотри это видео. Желтый цвет кожи, мы можем его сделать. Теперь глазки. Желтые глаза будут выглядеть крайне странно. Но вот они. Хотя, в принципе, очень даже прикольно выглядит, знаете, так необычно, что ли. Выберем форму глаз. Теперь брови. Выбираем цвет. Давайте прям ярко-желтый. Самый яркий желтый, который у нас есть в Avatar World. Я выбрала вот эти. И теперь рот. Вот такой. Максимально непримечательный, потому что он не желтый. Смотрите, мы можем сделать желтые щечки. Нам подходит как раз. Желтые волосы будут выглядеть красиво. А вот такие волосы кучерявые, очень прикольные. Можно, в принципе, попробовать сделать их. И теперь задняя часть, она тоже должна быть кучерявая. Вот такие волосы я выберу. И тоже под цвет бровей, все очень яркое, желтое, красивое. Следующее, это шапка. Вы посмотрите, сколько здесь я уже нашла шапок желтых, целых 4. Цыпленок. Да, будем выглядеть максимально необычно. Буду сегодня цыпленком. Еще у меня звезда во лбу будет гореть. Вот такой вот желтенький амулет. Желтая кофточка. Вот это мне больше подойдет под образ цыпленка. Еще и желтенькая. Смотрите, я реально как цыпленок выгляжу. Осталось выбрать только штаны, которые тоже должны быть желтыми. Вот такие есть. У нас осталось выбрать желтые ботинки. У нас даже желтые ботинки есть, представляете? И желтые носки. Наш полностью желтый персонаж готов. Ну что, ребятки, теперь мы едем искать полностью желтую еду. Я думаю, мы можем поехать в пиццерию. Что у нас есть здесь? Можно ли я сама себе приготовлю пиццу? Здесь какая-то пицца-рыба. Это пицца с грибами, то есть у нас заказы разные готовятся. Пицца с грибами, желтая более-менее, но есть оливки. И мы можем полить вот такой горчицей, на желтое. Это мы можем съесть. Смотрите, это лимонад, тоже желтый. Его мы выпьем. Берем пиццу, берем также лимонадик. Здесь еще есть мороженое, или что это, какие-то десертики. Мы здесь можем сами себе напиток сделать. Банановый можем сделать. Ну, у меня уже такой есть, я уже себе такой взяла. Сядем с вот этой огромной желтой пиццей и кушаем. Классно, у меня на завтрак пицца. Ну, а что такого? Очень здорово. Я сегодня у вас цыпленочек. Так что поехали, наверное, на природу. Здесь есть такой дом на дереве, поехали туда. Тут у нас желтый мешок, ну, это типа подушка для того, чтобы посидеть. Идем по мостику по вот этому. Желтый тюльпан. И ничего страшного, что это вестник разлуки. Желтый тюльпан. Прекрасно. Едем на следующую сторону. Здесь бананчики. Кажется, сегодня я буду питаться одними бананами, лимонами, ну и пиццей. Тут есть кусочек лего, он мне пригодится. И берем тюльпан. Вы посмотрите, и это целый ободок из тюльпанов желтых. Я больше не цыпленок, увы. Но вот такой вот подарок классный, я не могу не забрать. Тут еще и смотрите, и подсолнух. Но так как он не полностью желтый, там еще и коричневый есть, мы его брать не будем. Мне тюльпанчиков хватит. Может быть, попробуем все-таки найти желтые вещи? Смотрите, здесь на разных картах они могут быть. Все, у нас 5 минут, чтобы найти эти вещи. Здесь мы должны найти грушу. Давайте, ребятки. Не отстаем, все смотрим аккуратненько, аккуратненько, где она может быть. Оп, груша найдена. Едем дальше искать сливу какую-то. Ищем сливу, здесь все по коробкам у нас. Помню, что я тут раз так и ничего здесь не нашла. Сейчас все поищем, посмотрим, потыкаем. Очень внимательно ищу, ребята. Здесь за коробками нету, здесь тоже нету. Тут нет, нету, нету, нету. Оп, сливу нашли. Быстренько едем искать еще 2 оставшихся фрукта здесь. Начинаем.
тут рыбка, вы уходите, все здесь смотрим, медведь сидит, оп, яблоко нашла, забираем яблоко, что ж тут у нас, вот и ананас, ребята, я не знаю за сколько я это сделала, но мы быстро едем сюда, я справилась, представляете, за 2 минуты, быстро кладем все сюда, а вот и мой подарок, я очень надеюсь, что он будет желтым, но я успела. Помните, если кто-то есть из вас, кто смотрел мое первое видео про Avatar World, я вообще не могла найти эти предметы. Сегодня справилась за 2 минуты. Это успех. Что же тут у нас за подарочек? Ну, конечно. Спасибо большое. Я думала, сейчас желтенький подарочек попадется. Я предлагаю вам поехать и посмотреть. Может быть, я пропустила какие-то желтые вещи на локациях, в которых я была. Ну, например, здесь. Большая достаточно локация. Правда, я все тут перевернула. Посмотрите. Тут у нас есть пчелка. Я хочу ее забрать с собой, потому что у нее половина тела желтая. Ну, почему? Мне можно. А то я пока путешествую только без животного. Здесь бабочка тоже наполовину желтая. Я прям сегодня царь насекомых. Что тут есть? Сыр! Покушаем сыр. У нас бабочка улетела, пока я ваш этот сыр кушала. Мы ямочки можем пораскапывать, точно. Я когда проверяла лайфхак, я ямочки раскапывала. Здесь, опа, монетку желтую нашла. Интересно, куда мы ее потратить можем. А здесь тоже монетка. Какой приятный сюрприз, однако. Все, больше ямочек нету. Это светлячки, это не пчелы. Я только что заметила, вот тут, вот смотрите, видно, когда они на темном. Это, оказывается, светлячки вообще были, а не пчелы. У нас тут пока что распаковка рюкзачков. Опа, макарошки. Смотрите, у нас на обед сегодня сыр, паста. Ну, это просто карбонара какая-то. Ну, вроде бы здесь мы все посмотрели. Берем светлячка и уезжаем дальше. Я бы хотела посмотреть, что же есть из желтого на вот этой локации. Здесь мы тоже бегали, искали. Тут, мне кажется, будет много всего из-за того, что здесь много очень коробочек. Ну вот я, например, уже вижу желтый саксофон. Кто не знает, я играла на саксофоне, так что вместо этой желтой гитары, которую мы получили, лучше бы они дали нам желтый саксофон. Было бы куда приятнее. Здесь костюмчики разных принцесс, драконов. Так, что-то почему-то все платья у нас фиолетовые. Я не поняла, что желтых принцесс не может быть, что ли? Я вообще-то планировала сейчас стать прекрасной желтой принцессой. Но зато я смогу стать рыцарем. Такой желтый меч у меня, золотой вообще-то, салют. Возьмем коробочку, ананасик, правда это не тот, который я искала, но все же, ну тут еще какая-то медаль есть, награды какие-то, и все желтые мои, смотрите, я талантливая девчонка. Кольцо тоже почти желтое, ну ладно. Вот, давайте снимаем вручение желтой девочки желтых призов. Вот, смотрите, вот мой желтый приз, тут еще и хлопучки взрываются, оп, оп, смотрите, какие фотографии, ну это же просто бомба, что за контент, выложим в инстаграм. Ну и тут разные локации, посмотрим, есть ли что-то желтое, здесь какие-то пираты, желтый песочек, сцена, ну наконец-то гитара подходящая, можно начинать играть, поехали, у-ху! Все, настоящий рок-концерт. Я рок-звезда. Отбрасываем эту гитару, забираем золотой меч. Золотой меч мне как-то дороже. И едем дальше. Итак, где же я еще не была в Avatar World? Все-таки мне хочется немножко поменять одежду, поменять стиль за сегодня. Мы едем в магазин одежды. Вот сюда вот. Но я думаю, что я здесь точно найду себе что-нибудь. Посмотрите, я уже нашла свой желтый топик. Ищем желтые вещи. Здесь только из самого желтого, только та, что я нашла. А еще есть вот такая желтая сумочка. Ну все, я думаю, я все это забираю и ухожу. Пойдемте уже посмотрим, может кепочка какая-то мне понравится. Смотрите, здесь прям такой скейтерский магазин. Я со своими тюльпанчиками на голове пришла. Сейчас будем заменять. Заменяем. Нету желтой кепочки, я бы заменила. Только вот такая какая-то с огнем. Ну ладно, все равно подойдет. Смотрите, какая девочка. Так еще и с мечом в руке. Пойдемте в завершение нашего отличного дня покушаем хот-доги. Ой, я здесь еще не была, здесь прикольненько, смотрите. Нельзя сделать хот-дог. Реально, здесь могу поесть только горчицы. И вот, вот эти вот какие-то соленые штучки вкусные.
Больше я ничего здесь поесть и не смогу, ребята. Ну, я, в принципе, много чего желтого нашла за сегодня, много чего съела. Обязательно пишите в комментариях, если вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока!